Черданцев и Константин Демич. Они сыграть в высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но, может, им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. А это стартовая расстановка гостевой команды. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Первый удар по мячу, и игра началась. Иличич. И есть поддержка у этой атаки. И выносится мяч, и что они сыграть в высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но, может, им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. А это стартовая расстановка гостевой команды. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Они сыграть в высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но, может, им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. А это стартовая расстановка гостевой команды. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Они сыграть в высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но, может, им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. А это стартовая расстановка гостевой команды. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Первый удар по мячу, и игра началась. Иличич. И есть поддержка у этой атаки. И выносится мяч из штрафной. Первый удар по мячу, и игра началась. Иличич. И есть поддержка у этой атаки. И выносится мяч. И они сыграть в высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но, может, им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. А это стартовая расстановка гостевой команды. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Они сыграть в высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но, может, им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. А это стартовая расстановка гостевой команды.
Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Они сыграть высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. А это стартовая расстановка гостевой команды. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Они сыграть высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. А это стартовая расстановка гостевой команды. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Они сыграть высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. А это стартовая расстановка гостевой команды. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Они сыграть высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит.